Итак, как говорится, есть зарядка для хвоста, есть для хобота зарядка, для ушей даже есть зарядка. Ну а нам, профессионалам телесных практиков и массажистам, необходимы наши инструменты, это наши руки, чтобы они были чистые, свежие. Потому что, ну не секрет, бывает там и у самих растяжения, и бурситы вылазят. У меня вот на запястье вылез бурсит, и бывало на локтях там сбивал локти. Ну, чего стесняетесь, подходите, так пошире становитесь, чтобы друг друга не задеть. Немножко поразминаемся, потренируемся. Соответственно, полностью разминаться не будем, но смотрите, во время, ну когда работаешь, да, я, да как хотите, вставайте. Я часто сбрасываю энергетику, потому что пальцы ломят, да, и если бы там, ну, я встречал массажистов, которые 30 лет проработали в этой профессии, да, у них уже скрюченные пальцы, суставы все вот раздуты, болят. Поэтому, когда мы долго поработали, потом сбрасываем руку, причем так, чтобы движение было хлесткое. У некоторых может получаться, у кого есть это подвижное напряжение, что прям хлопок, рука сама в себя хлопает вот так. Следующее. Пораскачивались, причем все расслаблены, руки висят как веревочки, как тросы такие вот, они под собственным сердцем болтаются. Позвоночник у нас тоже очень подвижный, расшатываюсь во все разные стороны хаотично. Надо музыку включить. Да, кстати, погнали. Если надо было под музыку, под веселую. Только веселой у меня нету. Далее. Повращали локтями. Энергичней, энергичней. Во внешнюю сторону и во внутреннюю сторону. Ну, раз 5-6 там достаточно. Потом покрутили запястье. Сначала пытаемся его приложить к предплечью полностью. Большой палец можно отдельно. Вот, в идеале практически должен ложиться. Это реально нереально. Соединяться. Хрустай. Не, вот это получается, да? Теперь то же самое в другую сторону. Растягиваем прямо все суставы нашей ладони. От кончиков пальцев до самого конца, до запястья. Пытаемся прислонить вот этот вот палец большой тоже к предплечью. Не, теперь не с этой стороны, теперь через верх. С этой стороны большой палец. Реально. Ну, вот пробуй. Любая растяжка, она тренируется. Можно стать человеком-змеей. У меня есть такой друг Мухаммед Гусейнгаджиев. Не слышали? Слышали. В Ласкало выступал. Он ко мне на массаж, кстати, приходил. В Ласкало в цирке. Ой, в Ласкало. Цирк Дюсалей, да, он там был. Человек-змея выступал по всему миру. Представляете? Потом в Америке долго жил, у него там все эти звезды. Даже Ван Дам у него даже занимался растяжку, тренировал. Так вот он ко всему пришел сам. До того, что стал мировой звездой. Просто надо заниматься, растягиваться. Поэтому запястье мы, массажисты, должны беречь. Вот если я потренируюсь, я вот раньше мог большим пальцем достать с этой стороны. Сейчас не могу, но потренируемся. Далее. Берем свою ладонь, да, вот так вот, и выкручиваем параллельно предплечью. То есть практически перпендикулярно. Можно даже вот с той стороны взять побольше, чтобы не вот так. Вот так, да. Без большого пальца, да. Чтобы усилить движение, выдвигаем руки вперед. Пробуй. Ну, попробуй с другой рукой. Я вот начинаю как выворачивать, у меня просто здесь болит. Теперь в противоположную сторону. Захватываем. Да, за счет большого пальца мы даем. Здесь есть точки. Давайте с этой стороны покажу. Между каждым пальцем есть акупунктурные точки. Их тоже заодно можно продавить. Вот, пока мы держим ладонь параллельно с осью нашего предплечья. Для этого большой палец придерживаем. Если без большого пальца, видите, он загибается. Вот большой палец держим и крутим. А теперь то же самое, казалось бы, только с наклоном.
ладони наклонили, получается по диагонали немножко. Вот так вот. Каждое, опять прошли, каждое межпальцевое вот это вот расстояние, только прижимаем большим подушечкой большого, ой, не подушечкой, уже забыл, как это называется. Ну, в общем, мякотью большого пальца под наклоном в эту сторону и под наклоном в эту сторону. Сбросили все, сбросили. Наши пальчики устали. Теперь на гибкость. У нас будут приемы, в которых задействована вся подвижность, ну, вся ладонь, поэтому она должна быть максимально мобильна и подвижна. Попробуйте сделать спиралевидное движение вот так вот пальцами. В эту сторону и в эту сторону. Не загибая. Да, да, вот получается. О, получается, да, по очереди. А у себя, давай, давай, делай. Да не, не это мы делаем, у меня, жены, не такие. А вот именно пальчики должны быть подвижны, каждый по отдельности. Левый, правый, ой, в смысле, мизинец, безымянный. Самый длинный, указательный, да. Потом у нас будет прием, когда мы делаем лапу леопарда, поджали подушечки пальцев так, чтобы... Сжимай, сжимай. А больше не получается? Сжимается? Нет. Ну, потренируйся, значит, еще. Да, помогите ему поджать вот так. Вот это боль. Ау! Чтобы прямо касались, да? Как кошка подбирает со своей коготки, вот мы их убрали, да? И теперь вот такой прием шестеренки у нас будет, когда мы то же самое делаем по очереди одними пальцами. А теперь с движением ладони. Да, да, старайтесь при этом пальцы не распускать. Не, не, не распускать. Шире, шире. Вот, промежуточный тогда прием. Расширили, сжали. Расширили, между пальцем сжали, да. Ага, а теперь расширили. И по очереди вот так и вот так. Даже почувствуйте тепло и боль такую приятную в ладонях. Не, чувствуйте? Вообще, сбросили. Для предплечья есть еще хороший прием, когда... Мы захватываем руки вот так вот, ну, у меня сейчас, конечно, может не получиться. О, и полностью выворачиваем назад. О, я массу набрал, уже так не получается. А в юности у меня даже получалось вот это вот расстояние, вот это, видите, между руками, туда голову всунуть. Как на голову одевал раньше, да. Ну вот, Ренат, вообще хорошо получается. Потом выворачиваем, руки становятся вот так. А от того, что здоровый, еще не просто. Фокус, это фокус. Так, потренировались, сбросили энергию. Ну, можно считать, что вот таким коротким, быстрым, такой короткой, быстрой разминкой мы подготовили свои руки к работе, потому что предстоит работать со многими пациентами, предстоит работать жестко, чтобы вы себе не навредили. Пожалуйста, тренируйтесь дома, а желательно ежедневно перед каждым рабочим днем. Это я вам говорю, Олег Лавудвин.